Будем плавать на астероиде? Для чего все это? Сотрудники НАСА называют его «Монстр Армадил». На него установят ваше оборудование для бурения. Мощность двигателя 800 лошадиных сил. Можно нам осмотреть его? Все эти резиновые шланги надо снять. Нужны переключатели с коротким шагом. Квинси! Кто-нибудь знает, что это? Пластиковая лопатка для мороженого? Долларов 400 стоит, да? Впервые за все время службы я имею дело с такой убогой командой. Полет в космос связан с колоссальными нагрузками. Сейчас вы получите кое-какое представление о них. В НАСА служат лучшие из всех пилотов мира. От таких скоростей вас в глазах затылки. Пятый, прием. Будь осторожнее, это мой первый опыт. Я только хотел предупредить, я вообще-то боюсь летать. Давай крутись. А теперь кувырок. Что это за дело? Я из вас всю душу вытрясу. Можете кричать, но тогда я прижму вас и счастье. Как там остальные? Ну, я заблевал всю приборную панель. Не забудьте все как следует проверить перед монтажом. Если б можно было выбирать, кем бы ты стал? Не знаю. А ты? Ханом Соло. Нет. Уж если на то пошло, я Хан. А ты? Ты Чубака. Чуи? Ты смотрел «Звездные войны»? Давай на это посмотрим. '69 год. Нил Армстронг передвигается прыжками по Луне, так как сила притяжения там слабее, чем на Земле.